рассмотрим восстанавливающую маску с эффектом ламинирования для сильной и средней степени повреждения волос от Secret K. MU Coating LPP Repair Treatment. Маска для ослабленных и поврежденных волос, а также для тех, кто часто красит волосы, делает химическую завивку или использует фен, плойку и утюжок. Проникая в самую глубину волоса, активные компоненты маски насыщают ее изнутри кератином и другими питательными веществами. Корни волос укрепляются, благодаря чему уменьшается выпадение волос и восстанавливается их структура. У маски объемный, компактный формат. Маска выпускается в мягкой упаковке. Ее можно применять двумя способами. Первый – в качестве кондиционера после мытья волос. Необходимо нанести ее на влажные, вымытые волосы, подержать 3-5 минут и обильно смыть водой. Или же использовать по второму способу – на влажные, вымытые волосы, одеть сверху полиэтиленовую шапочку и оставить маску на волосах на 10-20 минут под полотенцем, затем смыть теплой или прохладной водой. Давайте откроем маску и посмотрим на ее текстуру. У маски удобный дозатор, который позволяет контролировать количество средства. Маска имеет плотную, кремообразную текстуру и приятный сладковатый аромат. В составе маски содержится LPP – природный аминокислотный комплекс. Это липопротеиновый защитный комплекс, содержащий огромное количество полезнейших компонентов, которые восстанавливают поврежденные волосы. Также в составе протеины, которые укрепляют волосы по всей длине, придавая им силу и эластичность. Заполняет пустоты поврежденных участков, восстанавливает структуру волоса, добавляет объем и прочность. Также в составе огромное количество природных экстрактов для восстановления и лечения волос, таких как масло камелии, экстракт авокадо, миндальное масло, экстракт грецкого ореха и многие другие компоненты. Вес продукта 480 грамм.